Всем привет, я The Host. Один из моих подписчиков попросил меня рассказать, как сделать один эффект. Он довольно простой, однако, поскольку человеку непонятно, то, конечно же, я готов ему помочь. Итак, делается он в After Effects, выглядит примерно вот так. Это размытие, и не простое, а радиальное. И чтобы его сделать, мы выберем чистый слой. Я имею в виду слой, на котором нету никаких эффектов, дабы продемонстрировать, что же мы будем делать. Итак, нам необходим Radial Blur. Вы можете прописать его в этом поиске или же найти его в эффектах. Перетаскиваем этот эффект на наш слой. Далее, нам необходимо выбрать Fading Zoom. И будем двигать этот ползунок до достижения необходимого нам эффекта. Также сюда можно еще накинуть такой эффект, как Lens. Немножко еще опять пошаманим тут. Ну и, в общем-то, все. А теперь давайте сравним с тем, что было. Получилось, я бы даже сказал, покруче. Ну что ж, вот и все. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать и не знаете, как решить какую-либо свою проблему, оставляйте все в комментариях, я читаю. И, конечно же, я помогу вам. С вами был The Host, всего хорошего, пока.